Привет! Сегодня я расскажу о балке под двигатель на классику, то есть УАЗ-2101. Так, внешний вид. Также я покажу, какие минимум запчасти нужны для замены балки под двигатель. Вот так вот она выглядит. Это Украина. Стоимость такой балки 500 гривен в автомагазинах. Также при замене балки под двигатель вам понадобится две скобы на стабилизатор и две втулочки на стабилизатор. Далее вам понадобится 8 гаек на балку усиленных диаметром 12 мм, шаг 1,25. Также вам понадобится 8 граверов 12 мм. Еще вам понадобится обязательно 10 гаек диаметром 8 мм и, соответственно, гравера к ним. Это, как называется, самый комплект минимум при замене балки под двигатель на классику. Вот все, что понадобится.